тут какой-то запредельный уровень местного патриотизма. Ты выходишь из самолета, везде «Дон казаки», «Дон казаки». Это очень классно. Просто не могу вам не сказать, но аэропорт в Ростове очень крутой, удобный и модный. Лучший аэропорт в городах чемпионата мира, в которых я был просто пушка. Так, окей, допустим. Слушайте, я сначала думал, что это у кого-то в тачке громко играет музыка, и вы не поверите просто. Четыре часа утра, а они выступают. Не, ну на самом деле это, наверное, репетиция, но выглядит впечатляюще. Слушайте, ну набережная в Ростове очень классная. И такая величественная река, и на берегу стоит стадион. Вообще фантастика. Если вы не знаете, что это, вы не следили за чемпионатом мира по футболу. Круче стадиона в Ростове только может быть этот дом с нарисованными людьми. Вообще дом-то неплохой, тут и парикмахерская, и кафе со швейцаром. Прям малый бизнес процветает. Если вам интересно, как это выглядит с обратной стороны, без нарисованных людей, вот так. Знаете, что странно? Ростов достаточно большой, живой город. Но где вообще все болельщики? Мы-то думали, что Саранск – это город со странными скульптурами, а на самом деле нет. Вот памятник читателю газеты «Вечерний Ростов». Памятник Нахаленок. Дед Щукарь. Индустриальное сердце. Памятник водопроводчику. Знаете, я только сейчас подумал, что эта история на самом деле про город, в котором закончился чемпионат мира. Я вам показывал 3 недели праздник в разных городах, а тут вот праздник уехал. Все когда-то должно заканчиваться. Нам это удовольствие в окна все слышно. И днем, и ночью. Ну, хорошего что-нибудь было от чемпионата мира? Конечно. Это наша радость. Вы понимаете, как молодежь нашим победам радовалась, это вообще что-то. И гимны России пели. И с планами ездили на машинах, это, конечно, очень трудно. Мне кажется, именно в дни игры на нашем стадионе была именно вот самая заряжающая атмосфера, когда все вообще сходили с ума, веселились, все позитивно, классно. Жалко, что у нас закончилось. Вы же знаете эту историю, да, что японцы сначала убрали после себя стадион, потом убрали после себя раздевалку, а теперь, мне кажется, они убрали бельгийцев и самих себя. Я хотел накормить японца в японском ресторане в Ростове. Он заказал борщ и котлету. А суши портится. И в Ростове аншлаг! Так уже гораздо веселее. Настоящая атмосфера праздника теперь у нас здесь.